по многочисленным просьбам, снимаю апартаменты с небольшим видом на море. До моря идти 600 метров, до пляжа, до Коопа. Такая приватная зона. Что такое ветерок у нас сегодня. Продается новострой, который стоил в свое время, там, по-моему, 480, 75 метров квадратных. Апартаменты БЧО, как говорят по-русски. Две спальные комнаты. Это у нас зал. Зал с выходом на террасу. Небольшой вид на море, который все-таки в любом случае радует. Если терраса на последнем этаже, может там барбекюшницу поставить. Это опять-таки ролик тому, что как у нас сейчас кто хочет продать, снижает цены. Это большая спальная комната. Стоимость данного объекта 210 тысяч евро. Сюда еще входит кладовка, сейчас пойдем посмотрим, и гараж огромный, там, по-моему, 40 метров квадратных. Это первая ванная комната. Вторая ванная комната. Ну, можете сделать, если хотите, одну большую, как по желанию. То есть цена, конечно, уже, вот это 210 тысяч евро, уже она адекватная к этим апартаментам, потому что здесь плюс-минус еще, учитывая то, что уже проведена вся электрика, электрическая часть имеется в виду, трубы подведены, подведена водная часть, под кондиционеры тоже выводы есть. Сейчас пойдем посмотрим, как у нас, что там на улице. Здесь у нас заезд идет. Парковочка. Соседи, кто из Швейцарии, итальянцы. Все очень так ухожено. До моря реально очень близко. Вы выходите прямо где у нас тут светофор есть один, единственный в Сан-Ремо, на въезд в город. Когда вы спускаетесь, вот, туда выходите пешком. И все, и там рестораны, бары, аптеки, магазин Коп, супермаркет. Домик вот такой вот, приличный. Ему, по-моему, 6 лет, этому домику. Здесь, для, например, там для друзей еще кого-то есть парковка к этому дому. Потому что у меня вот сейчас очень много запросов пошло. Я понимаю, и как в этом деле, и вот сейчас люди захотели посмотреть. Так, у нас здесь сейчас зашли мы с вами в гараж. Так, где у нас тут свет? Ага, вот он свет, отлично. Все, видите сами, сухо все. Это такая кладовочка. Можно сюда и мотоцикл ставить, и велосипеды, потому что вам удобно отсюда взять велосипед и сразу домчаться до велосипедной дорожки. И вот такой огромный гараж. Сколько здесь? Раз, два, три,
4, 5, 6, 7. 7. Ну, это если по узкой части. 1, 2, 3, 4. Не 40 здесь. 7 и 4 никак. Ну, в общем, короче, около 30 получается. Такой вот гараж большой в любом случае. Ну, конечно, когда в свое время это стоило 480, это было круто. Очень дорого. Сейчас на 210. Все, друзья, на связи. Спасибо, кому понравился данный объект. Я в личке вас жду. Большое спасибо за лайки. Отправляйте данное видео своим друзьям. Все, пока-пока.